Сегодня Узбекистан и Россия взаимовыгодно сотрудничают в самых различных сферах. Налаживаются и прямые связи между регионами двух стран. На сегодняшний день уже завершены визиты рабочих групп Андижанской области в Ставропольский край и Пензенскую область, Каракалпакстана в Республику Татарстан и Омскую область, Ташкента в Москву и Челябинскую область. Визиты рабочих групп продолжаются. Их повестка весьма обширная. Это и обсуждение текущего состояния уже налаженных связей, путей их дальнейшего укрепления и развития, и установления новых контактов. Программа визитов достаточно обширная, включает обсуждение текущего состояния взаимоотношений, путей их дальнейшего укрепления и развития, налаживание новых контактов, подготовка и подписание инвестиционных, экспортных и импортных контрактов и соглашений. Мы всегда придавали и придаем большое значение развитию контактов с Узбекистаном в рамках российско-узбекских отношений ради расширения взаимовыгодных связей. Поддерживаю идею, чтобы наши столицы тоже сотрудничали. Нам надо посмотреть и торговые отношения, и культурные наши отношения, да. Туристические, порядка, как говорили. Нефтегазовый сектор, нефтяной сектор, взаимная поставка продукции. Ну, у нас вот уже с Ташкентской областью, Самаркандской областью, Ферганской областью, вот она, они у нас были. Надо внимательно посмотреть, где и как мы можем быть полезны. Переговоры рабочей группы областей Республики Узбекистан в регионах Российской Федерации продолжаются.